знаете, иногда случай сводит очень людей. Вы видите этот дождь, и он идет, и вы просто скучно сидели с Наташей Рубиной, с которой мне, в принципе, не о чем поговорить. И тут пришел мужчина. Явился. И он все ближе и ближе ко мне подбегает, смотрите, все ближе, потому что у него какой дождь. Смотрите на его руку, видите? Поэтому, если что-то между нами сложится сегодня, знаете, это исключительно из-за дождя. Еще он только что попил мой кофе. Да? Да. Рудова сидит. Угу. Рудова завидует. У нас еще здесь зрители есть. И вы знаете, у нас уже есть дети.